Она не поняла шутку. Марин, ты это шутит, Сереж? Не бей меня, пожалуйста. Это часть сменная, так что ничего страшного. Пойдем назад. Вот. Когда я скажу идти вперед, идем вперед. Договорились? Ничего страшного. Все хорошо. Я тебе помогу. Главное, не садись. Поехали. Старайся бежать. Ладно? Хорошо. Пойдем потихоньку пешочком. Ты пишешь? Да, пишешь. Умница. Как же?